В Санкт-Петербурге как бы проходят разные события, такие радостные, как фестивали, но бывают и печальные. Сейчас я хочу пригласить на нашу сцену представителя фонда Олега Коровейчука, господина Алексеева. Пожалуйста. Всем добрый вечер. Хотел бы немножко рассказать о той картине, которую вы сегодня покажете на этой сцене. Дело в том, что это была вторая поездка Олега Коровейчука в Испанию, которая была связана со съемками, а второй его приезд в Испанию в Памплону, это была уже как бы первая премия в испанском фестивале, которую получил Андрес Дуке. И в этой картине немножко так, она, насколько я знаю, будет показана не в полной версии своей, а вот в сокращенной. И здесь очень интересно, как маэстро гуляет в Испании, как размышляет, как на него действует архитектура, как он это чувствует через свои мысли. Ну, это безумно интересно. Я сопровождал маэстро, и это было для меня просто, ну, не просто интересно, это было просто какое-то откровение от него, слушать какие-то вещи, которые для меня, ну, я думаю, что я буду еще очень-очень много открывать для себя. Потому что он говорил всегда о таких глубинных вещах, которые, ну, не сразу человек приходит, и не сразу человек может для себя это, ну, особенно в моем, может быть, возрасте, прочувствовать, понять, и, ну, в общем, это долгий процесс. Вот. И я перед показом этой картины еще хотел бы сказать, что вообще все эти съемки были возможны благодаря фонду Олега Коровейчука, который содействовал, и вообще как бы была идея так, чтобы там, где находится маэстро, мы могли больше как-то сохранять то, о чем он говорит, то, о чем он размышляет, и мы вот все его путешествия старались и как-то зафиксировать, и даже получилась какая-то небольшая картина. Вот. Ну и перед началом я хотел бы почтить память Олега Коровейчука, который действительно останется в нашей памяти, и это человек, который еще, мне кажется, будет... Но его будут еще очень долго открывать. Я это абсолютно точно знаю, потому что, может быть, те люди, которые его сейчас не понимают, через какое-то время будет очень много материалов, через которые люди его смогут открыть. Спасибо вам большое, и еще раз хотел почтить память маэстро. Минуты молчания. Спасибо.